Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с онкологией. Цель этой международной даты – повышение осведомленности о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современности. В Химкинской стоматологической поликлинике предпринимают все возможные меры для того, чтобы выявить опухоли в ротовой полости на ранних стадиях. Слизистую обследуют с помощью аппарата с ультрафиолетовым излучением. Так врач выявляет изменения тканей. Процедура называется онкоскрининг. Сама процедура онкоскрининга подразумевает под собой чтение свечения на слизистой оболочке. Когда происходят кератотические изменения на слизистой оболочке, свечение изменяется. И увидеть это можно через специальные очки, которые одевает доктор, они желтого цвета. Данный аппарат помогает нам выявить новообразование или изменение слизистой оболочки полости рта. Чаще всего в нашем учреждении мы на приеме доктора сталкиваются с такими заболеваниями, как факультативные предраки. Это те формы онкологических, предонкологических заболеваний, которые могут перерождаться в рак, либо не перерождаются при адекватном лечении. За прошедший год в Химкинской поликлинике было выявлено 13 случаев онкологии. По статистике, возникновение около 40% раковых заболеваний в мире можно было бы предотвратить. Существуют общеизвестные нормы безопасности, такие как отказ от курения, физическая активность и сбалансированное питание. Медики рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, загара в соляриях, а также регулярно проходить обследование.